Всем привет, рекомендую подписаться на мой канал Римовский. На моем канале вы увидите нарезки со стримов, реакции и многое другое. Подписывайся, чтобы увидеть смешные моменты любимых стримеров. Ссылка в описании, а также аннотации на экране. Я тебе тоже на полном серьезе пошел к черту. Культуру нашел, по чужим бабам шастать. Я потому что от тоски, я идеал не могу нигде найти. Ну вот когда найдешь, тогда и читай свои аннотации. Че с некультурными разговариваешь? Мне вас всех жалко, дурочка. Йоу, братишки, на связи я, Туркин Икс. Сегодня у меня для вас топ 4 лучших шрифта для GTA San Andreas. Не нужно высказывать свои недовольствия в комментариях, все шрифты подобраны именно под мой вкус, с вашими вкусами они могут не совпадать. Первый фонд, наверное, самый-самый шикарный, сделан в стиле GTA Vice City. Отлично вписывается с голубой полоской ХП, надпись возле карты также хорошо смотрится. Если поставить мой ганпак оружия в стиле GTA Vice City, то смотреться будет еще круче. Ссылку на пак я оставлю в описании. Маленькие цифры FPS и количество прорисовки также смотрятся замечательно. В меню тоже все отлично. Полностью русифицирован. Второй фонд как стандартный, только в Full HD. Для тех, кто любит шрифты попроще. Но есть один большой недостаток. Он не русифицирован. В меню все выглядит ужасно, но зато в самой игре все отлично вписывается. Третий фонд. Один из самых красивых, сделан в стиле росписи. Красивый почерк. И зелененький доллар классно сочетается с белыми деньгами. Надпись возле карты также отлично выглядит, а надпись FPS и дальности прорисовки вообще шикарно. В меню также все хорошо, зеленый, приятный шрифт. Лучше этого шрифта в стиле росписи я не видал. Четвертый фонд. Один из самых популярных шрифтов в 2017 году. Очень большое количество людей искало этот шрифт. Вот он, держите. Отлично вписывается в игру, надписи возле карты и маленькие буквы дальности прорисовки сидят удачно. В меню все работает отлично и без недостатков. Также полностью русифицирован. Данные шрифты вы сможете скачать, перейдя по ссылке в описании на мой паблик. Ссылка будет вести прямиком на пост. По желанию, каждый из вас может полистать стену и найти для себя что-нибудь годненькое. Модераторы регулярно добавляют хорошие моды именно для вас. Ну а на связи был я, Туркин Икс. Удачных вам каптурчиков. Пока-пока.